В республиканской психиатрической больнице провели консультирование родителей детей-аутистов в рамках декады, посвященной Международному дню инвалидов. Специалисты Минздрава и Минтруда Тувы рассказали об особенностях заболевания и льготах для маленьких пациентов. Сегодня на учете в республиканской психиатрической больнице состоят 48 детей от 6 до 18 лет с диагнозом «ранний детский аутизм». Большинство несовершеннолетних проживают в Кызыле. Специалисты отметили рост числа детей с диагнозом «аутизм». Практически все дети, состоящие на учете, обследованы в условиях стационара. Они получают медикаментозную и психокоррекционную помощь, консультации окулиста, невролога, психолога и логопеда. После выписки из стационара им назначается лечение в амбулаторных условиях по месту проживания. Министерством здравоохранения ежегодно выделяются квоты в Российский реабилитационный центр детства в Москве.